сразу подбородки подтянулись. Девочки, привет! Я Дембовская Татьяна, основатель студии йоги для лица Face Studio, сертифицированный косметолог-эстетист. Девочки, только что я провела тренировку для лица в своей студии йоги для лица. И вот с вами уже по традиции решила вот выйти в эфир, сделать тренировочку. Девочки, но сначала обязательно поставьте отметку «нравится». Кому не нравится, можно и так. Подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. Перешлите это видео подружкам, чтобы они тоже были красивые. А если смотрите, зачем отметка нравится? Потому что тогда больше это видео будут показывать, и тогда больше девушек станут красивыми. Не только же вам хочется быть красивыми, правда? И в чем проблема у нас двойных подбородков? Мы сегодня будем убирать двойные подбородки и брыльки. В том, что у нас шея укорачивается. Ведь у нас в молодости шейка какая длинненькая. А с возрастом шейка-то где? Где шейка-то? Шейка куда делась? Где шейка? Шейка. Потому что мы сидим, вот так вот плечи у нас уходят, шея укорачивается, все мышцы в спазме. Шея короткая, потому что вот эти вот мышцы приходят в спазм. Когда мышцы в спазме, она короткая, и нам нужно их расслабить. Поэтому берем вот эту вот мышцу, грудино-ключично-сосцевидную мышцу, вот так в ручки и расслабляем с одной стороны. Разминаем аккуратненько, не давим. И с другой стороны. Нужно вот так вот наклонить немножко вперед и в сторону, чтобы ее захватить. Если мышца в спазме, она может быть болезненная, тяжело берется, такая толстенькая, то нужно с ней работать. Обязательно делать упражнения для шеи, осанки, что мы с девочками в студии делаем. Кстати, девочки, кто не знает о моей студии йоги для лица, обязательно посмотрите внизу, я оставлю описание обязательно. И теперь смотрите, вот сюда вот ручку на ключицу поставили и потянули угол нижней челюсти вверх. И челюсть выдвинули. Мы с девочками в студии всегда начинаем упражнения со спины, осанки и с другой стороны. Осанка, шея – это основное для вот овала лица. Дальше, девочки, смотрите, нам нужно расслабить вот эту вот мышцу, подбородочную мышцу. Мы вот так вот берем ее, вот здесь вот мышца подбородка, она такая тверденькая, и мы вот так вот протопились вовнутрь пальчиками. Делаем массаж без масла. И вот так вот, вот так вот ее вытягиваем. Расслабляем. Эти пальчики у нас вот тут вот стоят. Дальше мы работаем с мышцей депрессора. Вот эти вот мышцы, вот они здесь вот под уголками губ у нас находятся. Они уголки тянут вниз, тут морщинки образуются и брыльки стекают. Мы берем эту мышцу, вот она, и вот так ее перетираем. Вы прям почувствуете вот под ручками эту мышцу. Рот приоткрыли, чтобы она была расслаблена. И с другой стороны. Не давим, в полсилы. Теперь вот здесь вот, смотрите, вот здесь вот крепление мышцы расслабляем. Рот приоткрыли. И потянули так в стороны. И потянули, и здесь. То есть там, где у вас такая плотность, девочки, то есть вот тут вот у вас легко берется, а вот где трудно берется, вот именно там, вот так разминаем и потянули. Вот так размяли, размяли, где мышца крепится к кости, и потянули. Молодцы. Теперь прокатим складочку. Вот здесь расслабляем крепление шейной мышцы платизма. Вот так вот складочку прокатываем к углу нижней челюсти. С одной стороны и с другой. Один раз. И прямо сюда вот подтянули, подтянули. Сразу тут подтягивается. Смотрите, расслабляем жевательные мышцы. Почувствовали их? Сжали челюсти? Чтобы определить, где границы мышц. Определили. И начинаем вот так вот перетирать ее. Перетираю и рот потихонечку открываю.
То есть, девочки, смотрите, вот я говорю, а вы делаете. Вы должны почувствовать, как мышца под пальчиками прям плавится. Она должна становиться все мягче и мягче. Когда она становится мягче, она становится такой длинненькой, мягкой колбаской. Вот я девчонкам всегда в студии говорю, чтобы мышцы, они должны быть мягонькими. И вот вы почувствуете, что она вот под вашими пальчиками все мягче и мягче. Перетираем до тех пор, пока вы почувствуете, что мышца стала мягкой. Не давим. И с другой стороны. Определили границы. И перетираем. Рот постепенно открываем. Убрали уже тут, вот смотрите, все получше стало. И теперь поставили вот уже на расслабленные мышцы, вот здесь вот под линией верхней челюсти, пальчики протопили с основанием, подушечками пальцев жевательную мышцу. И вот так вот прям заходим туда глубоко, и вот так вот переминаю в мышцу. Вот здесь прям под линией верхней челюсти, мышца крепится к верхней челюсти. Переминаю. И вот тут, смотрите, уже все подтянулось. И теперь расслабим еще височную мышцу. Она, эта зона лифтинга, к ней крепится жевательная. Основание ладошки ставим сюда вот на височки. Рот открываем и поднимаемся с вибрацией вверх. Повибрировали и задержались. И вы почувствуете, как вот тут все подтянет. Делайте массажик, девочки, такой массаж делаем через день. Девчонки, обязательно перед массажем занимаемся упражнениями для шеи и осанки, как мы делаем в студии. Занимаемся регулярно, нужно заниматься 4-5 раз в неделю минимум лицом. Но это не значит, что мы должны каждый день делать массаж. Нет, каждый день делать, например, глубокий массаж вообще нельзя. Мы занимаемся шеей, осанкой, зоной декольте, чередуем массажи разные и делаем еще упражнения для шеи, для спины и для лица. Девчонки, будьте красивыми, обязательно поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал, перешлите это видео подружкам, сохраните его и еще нажмите на колокольчик, чтобы получать извещения о моих новых видео. Девчонки, напишите в комментариях, как вам эффект, понравился ли вам этот массаж, вот что вы почувствовали. Подтянулось ли у вас все, болезненно ли у вас вот эта вот мышца, напишите, тут болезненно ли или нет. И пишите вообще, какие еще видео вы хотите снять, я буду по вашим комментариям, буду обязательно смотреть и снимать видео. Будьте красотками, посмотрите информацию о моей студии йоги для лица. Люблю вас.